Сегодня 22 июля. При российской императрице Екатерине II Самарский край претерпел ряд существенных административно-территориальных изменений. В частности, указом Сената от 22 июля 1773 года Самара стала так называемым безуездным городом. Ее исключили из состава Казанской губернии и включили в Оренбургскую, а Самарский уезд был передан в ведение Сызранской воеводской канцелярии. Впрочем, всего через пару лет Самару вновь приписали к Казанской губернии. Перечень международных дат, посвященных спорту, пополнился еще одним праздником. Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля теперь будут отмечать Международный день бокса. Этот зрелищный вид спорта имеет огромную армию поклонников во всем мире, в том числе и в России. А в Самарской области было и есть немало прекрасных боксеров. Достаточно вспомнить чемпиона мира Василия Шишова и двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. 22 июля в разные годы были рождены выдающийся советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор Павел Сухой. Американский актер театра и кино, продюсер, сценарист Уильям Дефо. Российский актер, сценарист, режиссер, журналист, телеведущий Иван Охлобыстин и другие знаменитости. Сегодня день памяти двух святых – Панкратия и Кирилла. В эту пору наши предки начинали пробовать первые огурцы. Существовала такая традиция – нужно было закопать самый первый огурец в укромном месте, причем сделать это втайне от окружающих. Считалось, что в этом случае и в следующем году урожай будет хорошим. Таким был 22 день июля в истории. Замечательного вам летнего настроения!